Тонкий кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Такие же находили в Америке. Техника осталась той же, несмотря на путешествие через полмира. Кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Я уже почти у собора. Можешь подсказать мне, как найти Атлас? Только то, что рассказывали старейшины. Мы больше не заходим внутрь. Я слышала, что там внизу архивы, в которые можно попасть по туннелям из центрального зала. Но это все, что я знаю. Значит, мне туда. Будь осторожна. Троица уже внутри, и ее люди все прибывают. Мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Чего? Все? И что будет, когда они...
если все мои люди погибнут? Мы все здесь расходный материал, командир. Мне нужен результат. Ставки высоки, как никогда. Да не бать меня в лицо, нахуй. Раскопки должны вестись как можно быстрее. Мы пытаемся соблюдать осторожность. Осторожность? Зачем? У нас больше нет на нее времени, а у меня еще и терпение. При всем уважении. Если все мои люди погибнут, мы там все здесь расходный материал, командир. Мне нужен результат. Ставки высоки, как никогда. Мы добрались до нижнего уровня, но возникла новая проблема. Мы потеряли группу прикрытия. Что значит потеряли, командир? Ни связи, ни визуального контакта. Они исчезли. Это нарушает условия операции, мэм. Возникают неоправданные риски. Вы можете выполнить задание без них? Мэм, кажется, мы внизу не одни. Мне нужна огневая поддержка. Нет. Он должен быть внизу. Убить безоружную? Это жестоко даже для тебя, Ула. Хотя, впрочем, я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись! Не двигаться! Ты в западне! Убить ее! Живо! Соглашайся на мое предложение, Лара. Пока не поздно. Поздно стало, когда ты предала мою семью. Я соберу отпуск, Анна. Что-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его не найти, то тебе и подам. Иди к черту! Крофт идет к вам. Убейте ее и добудьте этот чертов атлас! Это он. Не иначе.
Я опередила Анну, но не знаю, во что ввязалась. Старая фреска. А это сосуды с греческим огнем. Бессмертная армия пророка. Да еще и с греческим огнем. Они были непобедимы. Фу. Чем так? О нет, его сожгли заживо. Что за чертовщина? Месяц я ходил на форум слушать пророка. Отпрыску великого дома не подобает здесь находиться, поэтому я переодеваюсь в одежды простолюдина. Поговаривают, что патриции и приверженцы Западной Церкви хотят заставить пророка замолчать. Я могу только слушать и повторять слова великого человека. Никто еще не говорил правды о Боге, ибо она неведома никому. В сердце пахаря или солдата больше святости, чем в сердцах господ и императоров. Те, кто берется говорить от лица Создателя, обманывают всех нас. Никто не говорит за него, ибо голос его в небе, в воде и в самой ткани бытия.
ну нахуй. Цель обнаружена. Мы не можем ждать остальных. Всем открыть огонь! Готовьте проход, живо! Гранит готов. Установить заряды. Давай,
нихуя, блядь. Здесь все может слететь на воздух. Нужно спешить. Эй, сучка здесь! Кажется, я нашла выход. Статуя стоит неустойчиво. Придется использовать греческий огонь. Нужно разрушить последние опоры. Нихуя непонятно. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем.
Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Еще сосуды с греческим огнем. Их так много. Понятно. Не побегу я никуда. Пешком пока спокойно пойдем. В баре, блин. Пидорасы. Бегу, пизжу, нахуй.